сцене, можно? Вы в прошлом году... Я задал вопрос по фонду. По сцене. Да, да. Вы в прошлом году перечислили за какие-то работы, какие-то деньги, да? Летом. Вы выставляли рахунок? Да, конечно. А вы работы делали в прошлом году? Да. Сделали. Значит, смотрите, если этот вопрос это уже в районе прокуратуры и милиции занималась. Смотрите, чтобы вы уже и этот вопрос еще раз больше не поднимаете, не поднимать можете, это ваше право под вопросом. Значит, мы выполняли работы при Валентине Михайловне. Значит, она была выделена определенная сумма денег, там более 1 000 000 с чем-то денег. Так? Вы про это говорили, ну не вы, та сессия куда-то проголосовали. Так? Мы выполнили объем работы. На этот год было выделено 800 с чем-то тысяч. На тот год, когда мы работали. 800 с чем-то тысяч гривен. Вот согласно бюджету. Мы выполнили на 730 или 720 сейчас, я не помню. Ну, уточняю. Но к концу года у вас осталось 400 тысяч денег, которые вы заключили договор и их перечислили. Договор не остановился, но работы были выполнены на сумму 700 с чем-то тысяч. Эти остальную сумму, когда вы выделили деньги бюджета, мы предъявили акты выполненных работ, которые были еще тогда подписаны. Значит, предъявили все документы, и вы с нами, и уже эта конвенция депутатов с нами рассчиталась. Все. Заборгованность была? Была. За Сенатской Радой? Да. Официально? Значит, вот я вам сейчас задам вопрос. Заборгованность официально Сенатская Рада может проводить? Конечно, может. Не может. Почему? Почему? Потому что она не проводила. Почему? Мы же предприниматели не должны. Мы же должны с прошлого года. Лилия Ивановна. Заборгованность Сенатской Рады не была оформлена при Валентине Михайловне. Не была оформлена при Валентине Михайловне. А как же деньги перечислили? Потому что были акты выполненных работ подписаны у нас. А зачем подписывали новые? Если были другие. Если работы не проводились. Вы же подписали новые акты выполненных работ в 18-х. И ничего не делали. И ничего не делали. Нужна была акты теть, подлаживал по телефону. Почему новые акты делали? Я же не понимаю. Работы не делали, а акты сделали. Я вам объясню. Для того, чтобы вы пойдите в казначейство, акты, если у вас была, а если бы поселковый совет провел бы заборгованность и оставил бы он у вас в долгах, в бюджете, тогда бы старые акты бы пошли. Они бы и у вас были. А в связи с тем, что не было, поселковый совет не провел, а казначейство требует новые акты с новой данной. Мы сделали новые. У нас есть и те старые, и новые. Они все лежат рядом. То есть вы подделали документы, правильно? Послушайте, мы не подделали документы. Как это вы ничего не делали, подделали документы. Очень интересно. Здравствуйте. Да какая-то не со стуком. Да. Так, Я не понимаю, почему вы... У фонду по парку же есть питание? Нема питания.